Турция, будучи членом НАТО, приняла решение приобрести систему С-400, самой продвинутой и, скажу без преувеличения, лучшей в своем классе системы мира. И чего в этом такого? Это преступление. Приводит слова Путина турецкое агентство Анадолу, главный редактор которого присутствовал на встрече президента РФ с руководителями международных информационных агентств. У какой страны есть право ограничивать инициативу независимой страны на приобретение в крайней степени чувствительной продукции с точки зрения обеспечения собственной безопасности, когда она готова к ее приобретению? Заявил Путин. Слова Путина даются в обратном переводе с турецкого. В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции. Со своей стороны помощник госсекретаря США Уэс Мичел заявил, что покупка Анкары С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если он заблокирует поставки этих истребителей.